И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте доделаем персонажа и, значит, добавим ему крылья. Значит, открываем куб, append, находим куб. Так, теперь я поставлю белый цвет, ну, серый пускай. Так, теперь нам нужны, значит, что нам нужно? Нам нужна текстура импорт. И значит находим, где тут крыло. Вот это боже, как более-менее, да? Вроде вот этот вариант больше подходит. И перья вроде в разнобой и нормально, красиво. Так, ставим в угол. Так, Z, Shift Z отключаем. Делаем геометрию, делаем Dynamesh кубу. Так, побольше полигонаж давайте добавим. Так, что тут у нас получилось? Побольше полигонаж, чтобы лучше рисовалось. Сейчас на миллионное выйдет. Многовато дал. Ого, 3 ляма. Многовато. О, 392 тысячи пойдет. Так, Shift Z. Z чуть-чуть, наверное, крыло увеличим. Так, чтоб удобнее рисовать. Так, давайте, чтоб удобнее рисовать, мы его вот так, наверное, сделаем. Z отключим. Значит, нашу эту текстуру. Ну, а теперь погнали маскировать, да? Можно все это дело, значит, как еще нарисовать и потом выдавить. Нет, давайте, наверное, будем маскировать. Так, это значит вот так. От мышкой неудобно рисовать. Ну, сейчас что-нибудь замутим. Так, обведем кант. Да что ж так неловко. Ctrl-Alt. Очищаем то, что не надо. И вот это все дело надо теперь закрасить. Shift-Z уже это не понадобится. Так, теперь что? Побольше кисточку. Так, Ctrl-Z. Так, получилось вот такое крыло. Сейчас чуть-чуть я еще Ctrl-Alt немножко тут порисую, чтобы они, ну, посимпатюшнее чуть-чуть были. Так, это многовато Ctrl-Z. Так, вот здесь, по-моему, сгиб будет. Здесь надо чуть-чуть ее прорезать. Так. Ctrl-I. Смотрим, что да как. И давайте выдавим его. Бамс. Прям потолще сделаем. Теперь Ctrl, левая кнопка мыши, снимаем, делаем Dynamesh. Так, следом
Ctrl маскируем вот эту часть. Можно побольше. Ctrl W делаем, назначаем полигруппу. Вот она, вы видите. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, выбираем, нажимаем на полигруппу и теперь все это дело скрываем. Del Hidden, отводим наше крыло на середину, Alt, левая кнопка мыши, подводим Transpose и, значит, сначала сделаем Mirror. Так, теперь все это дело сплюснем. Ну, как-то так-то, да? И чуть-чуть это все, значит, выгладим. Так, теперь Move Topology. Вытягиваем вот это, значит, одно перо побольше делаем. Чуть-чуть его сейчас раздвинем. Сделаем его как бы нормально так. Так, следом это перо тоже пойдет. Чуть-чуть его, наверное, поменьше. Ну, понежнее, что ли. Так, тут что у нас? Тут тоже, наверное, перо чуть-чуть поменьше. Поострее как бы. Вот так. И чуть-чуть кверху. Так, ну вроде бы нормально. Теперь нужно пролепить вот эту часть. Shift Z. Значит, подводим к нашему вот этому крылу. Чуть-чуть выравниваем. Так, вот это что у нас крыло? Непорядок. И вот это крыло тоже подправим. Так, ну здесь вроде что-то я такая попала. Теперь включаем кисточку стандарт, включаем RGB и попробуем все это дело порисовать. Вот такое получилось, значит, крыло. Темновасти, конечно, чем мой конь. С докрасим. Ну, нормально, с двух сторон. Только теперь какая штука должна быть, смотрите. Так, надо коня отключить. Или наоборот, наверное, смотрите. Крыло перекручиваем, делаем mirror. Вот видите, нехорошо получилось. Выводим его на центр, на середину. Это слишком нехорошо. Чуть-чуть еще перекручиваем, чтобы здесь было потолще. Вот. Так, это нет. Так, еще чуть-чуть перекручиваем. А ну-ка, мир. Так, не в эту сторону, значит. Значит, вот в эту сторону. Так, раз. Вот теперь, где перья у нас должно быть потоньше, а вот здесь вот потолще, видите. Это уже есть хорошо. Так, подгадываем к нашему Пегасу. Пока
чтобы все это было по центру. Так, и где-то крыло будет вот тут. Вот так. Так, большеватое крыло, наверное, все-таки, да? Так, уменьшаем. Перекручиваем побольше. Alt, левая кнопка мыши, перекручиваем. Так. Так, вот эту часть нужно немножко вытянуть. Вот так. Так, вроде бы пойдет, но пойдет, но здесь нужно еще какие-то крылышки добавить, перо какое-нибудь вот так раз, чуть-чуть округлить, так посимпатичнее сделать и как бы полукругом так на нет уходящую вот так, потом подкрасим. Так, теперь задача стоит вот эту часть выдавить. Округлить ее. Так. Отключаем, видимо, текстур у крыла. И все это выглаживаем, чтобы гладенько было. Так вот, потоньше, чтобы не было такого, что прям гамадрильная будет штука. Так, это перо должно быть побольше. Это чуть-чуть, значит, поменьше. Ну, короче, как веером, да? Так, а вот этот хребет должен четко быть правильно. Вот, чтобы здесь была выпуклость. Во. Будет раз косточка, два косточка, три косточки. И одно. Так, одна кость будет на перо. И будет раз. Так, раз. Два. Два, три сгиба. Включаем видимость наших текстур. Видите, мы выгладили, а текстуры не испортили. Это хорошо. Так, смотрим, что у нас. Теперь надо пролепить. Так, как это дело лучше сделать? Выбираем кисточку Clay Build Up, выбираем Brush Auto Masking, чтобы другая сторона не вминалась. Ну и погнали. Так, это большой диаметр. Давайте на троечки. И потихоньку, вот так вот, поднакидаем. Так. Прорисовываем, накидываем. Дорабатываем, вытягиваем, чтобы был кость. Так, и вот эту часть бы как бы... на повыше протянуть. Во. Смотрим, что у нас получилось. Теперь маскируем, значит, вот эту часть. Вот это у меня ровно получается. Это шиздец. Чем меньше кисточка, тем шиздец как неудобно рисовать. В смысле, ну как размер, короче, пера.
Как покрупнее, так посвободнее водится. Так, и вот здесь, вот что нам нужно сделать? Можно очистить Ctrl-Alt, вот эту часть чуть-чуть. Ну да, потом лучше ее, не, лучше чуть-чуть вмять. Делаем. Так, что сделать? Ctrl-I, Ctrl-I. Делаем увод. Так, и чуть-чуть делаем перекрутку. Во. Следом какая штука? Значит, здесь у нас перья. Сейчас еще перья подтянем. И будет все окей. Кисточку побольше. Здесь вот Ctrl-Z. Так, через Alt. Так, опа. Ctrl-Z отключим видимость текстур. Все это дело выгладим. Так. Смотрим, что у нас получилось именно вот в этой части. Делаем Alt. И проходим здесь по канту. Так, а здесь как бы накидываем чуть-чуть массы. Так, теперь делаем Ctrl-I. И чуть-чуть на перья вот так вот поднакидаем вот этих полосок как бы. Так, смотрим, что у нас тут с текстурами. Ну, так будет получше, наверное, посимпатичней. Побольше кисточку. И чуть-чуть сгладить. Вот теперь у нас под крылом получается вот такой вот переборчик. Шишка вот здесь вот. Так, и еще чуть-чуть поднакидать, побольше сгладить. Дооформить вот эти вот точки сгиба. Вот, чтобы как бы шишки вот здесь были. Чтобы мы потом на них ориентировались. Где-то ямы, если тоже, ну, поприбрать. Ну, так как-то. Прикольно ж.
Прикольно. Теперь, значит, Тут теперь вопрос в чем? Вот эту сторону лучше, ну как, чтобы она была как бы ровная, да? А это вроде под крылом такая штукенция. Теперь, значит, попробуем еще больше ее сплюснуть. До самого талого, сколько сможем. Так. Смотрим, что у нас тут с крылом. Так. Опять отключаем текстуру. Вот стало поменьше. Ну, еще чуть-чуть поднакидаем. А, ну-ка, ну вот уже перепад есть, вот так под углом видно. Так, а если отзеркалить, что получится? Mirror. Не понял. Ctrl-Z. Растягиваем, смотрим, что получилось. Теперь выравниваем. И делаем mirror. Так, вот крылья двойные стали, да? Так, и еще чуть-чуть. Опа! И пропадает вот это, видите, у нас толщина, да? В принципе, крыло и так, и так. Ладно, назад вернем, чтобы результат не потерять. Так, что тут у нас есть? Вот. Перекрутим его и больше менять тогда не будем. Так, выровняем. Оп. Ну вот уже играет такая штука. Так, теперь опять же давайте чуть-чуть украсим его. Это значит у нас опять же автомаскинг. Так. Маскинг. Must be color, must be intensive. Ну, попробуем, что нам даст тут эта штука. Так, Ctrl-Z. Сейчас сначала давайте, ну как, выкрасим все. Потому что он будет работать по цветам. Кто смотрел прошлый ролик, значит, как я делал вот эту, ну, гриву эту. Так, что у нас тут по хребту? Ну вот теперь можно пробовать. Mask be intensive. Смотрим, что тут. Плохо. Так, а если попробовать поводить? Ну вот уже чуть-чуть получше.
Так. А ну-ка, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-I. Попробуем, куда можем массы наложить. А ну-ка, накласть, наложить. И о. Ну вот, кисточку стандарт выбираем. Теперь попробуем так через Alt. Так. Так, это что я тут рисую? Так, что тут? Так, блин, не вижу. Ctrl-Z. Что-то у меня Alt не работает в переключении вот этой. Не понял. Отказало что-то.
Так, а вот здесь что у нас? Так. А вот здесь у нас многовато. Почему я, наверное, кисточку-то интенсивность не увел? И по многому вытянул. Так, и чтобы еще сделать. Так, это ЗРМ все дело подровняет, вытянет. Хотелось бы, значит, какую штуку еще попробовать. Это, так, отзеркалить ее еще больше. А ну-ка. Файл Save As. Сохраняем проект. Так, хочу сделать крылья еще тоньше. Если нам делать крылья тоньше, то тогда нужно вот этот хребет делать потолще, правильно? А ну-ка. Если я сейчас сделаю mirror, вот такой косяк получается, да? Ctrl-Z. Значит, нам нужно еще сделать потоньше перья. Так, уберу сейчас пока коня. Shift, левая кнопка мыши. И включим, значит, flur. Во. А ну-ка. Так, вот перья это потоньше, а лапа это толще стала. Надо ее уменьшить. Во, перья теперь тоненькие. Вот такая штукенция, да? Так, так, так. Плоховато, конечно, что отзеркалка идет. Но здесь можно сейчас массы поднакидать. Давайте попробуем, значит, исправить это дело. Что у нас тут получается? Перья чуть-чуть, значит, шифтом, чтобы они на краях были гладкие, а не рваные. Потом, если что, можно там будет подрик кисточками чуть-чуть там поднакидать. Главное, чтобы сетка была. И тогда все будет хорошо. А то, что они тоненькие, на концах и так, ну это даже хорошо будет смотреться, наверное. Так, а вот здесь. Докидаем массы. Вот так вот.
чтобы как бы перья уходили, а здесь она попышнее была. Во. Добавим бугорок. Включаем текстуру. Ну, в принципе, ничего так. Сейчас заремеш еще сделать. И будет все окейно. Ах ты. Так, выравниваем, значит, делаем всему этому дайнамеш, побольше полигонаж, смотрим сетку, сейчас будем ее потом заремеш делать и так далее. Но хочу, когда заремеш будет, чтобы у нас здесь большие полигонажи были у моделей, ну, у саптулов. Ну, опять же, чтобы все было склеенное. Так, ну ладно, пусть будет 245, пойдет. Нужно теперь отключить текстуру. И вот здесь вот по горбу, чтобы вот этого, принципе, прикольно смоется. Так, clay buildup. Так, вот так вот не делайте. Dynamesh при выключенном, значит, при выключенной текстуре не делайте, потому что пропадет потом текстура эта. О, шов прикрылся чуть-чуть, и теперь можно потоньше сделать этот хребет. Во, крылышко гладкое. Так. Так, а что у нас с прорезями? Ну, присутствуют, но нужно немножко, наверное, повторить. Так, ну вот где-то такое крыло. Теперь бы, значит, решить вопрос с верхней этой части. Тут-то, видите, нарисовано. Но нужно
Чуть-чуть, наверное, выбрать вот этот цвет, это C. Так, и здесь у меня есть еще одно крыло. Текстура, значит, импорт. Где она тут? Сейчас рабочий стол. Так, по-моему, вот это. Не знаю, получится обманка, нет. Так, перекручиваем крыло. Так, прозрачность чуть-чуть поставим. Так, теперь Z глаз отключаем и будем это копробовать. Так, да, крыло же другое, завих. А ну-ка. А мы сейчас попробуем интенсивность уменьшить. И чуть-чуть вот так вот края подкрасить. Так, интенсивность еще поменьше. И можно здесь чуть-чуть еще по горбу пройти. Ну, чтобы потом как бы отбеливало, да? Выбираем нашего коня. Выбираем его цвет С. И попробуем. Так, тут уже побольше надо поставить. Так, это внутреннее. Наружнюю попробуем чуть-чуть как бы отбелить. Угу. Никуда не деться, придется рисовать. Так, а ну-ка, С. Ну вот что-то в этом духе. Так. Так. И попробуем еще. Так, а ну-ка, если это внутренняя часть, в принципе, пойдет. А тут С. Чуть-чуть побелее. Во. Ну, думаю, прикольно. Так, и в этот раз я буду, наверное, крылья подставлять кверху. А ну-ка. Так, ну, чтобы они у меня, значит, не объединились с этим, с головой. Где-то вот тут должны быть на хребту. Угу. Тогда здесь вот объединяются. Это вот опять же плохо. Объединить я не смогу их потом.
Так, а если я перекручу крыло и подставлю его где-то вот так оно уже должно сработать. Так, подключена она, должна, значит, где-то к ключице. Главное, чтобы ни с чем не срослась. Ну и пробуем зеркалить. Значит, так, мира. Ну и чё? Ну и неплохой Пегас. Конечно, можно еще так, С английская. Тут X, зеркалка и... Вот так, как бы где-то что-то прибелить. А ну-ка. Вот так вот. Ну вот уже что-то этакое, да? Так, еще что я хотел сделать? Надо еще нижние зубы сделать. А ну-ка. Зубы, значит, дубликат. Х-симметрию отключаем, перекручиваем. Так, что у нас тут получится? А ну-ка, вперед вытаскиваем. Опа-на. Так, опа-на. Так, если мы сделаем теперь так, Ctrl-Z, сделаем S, ну, в смысле, Scale. Подставим, значит, к нашей нижней челюсти. Увеличиваем. Но это будет уже работать, когда косточки вставятся. И можно будет регулировать вот этот вот раз, выверт. А ну-ка. Так, ну вот эти зубы тоже такие большие не надо. Это уже будет при анимации так делаться. Так, раз, и, значит, кверху. Ну, здесь пошире должны быть. Ну, как бы так бы. Угу. Прозрачность ставим, смотрим. Так, вот эту часть здесь можно обрезать. Ctrl-Shift, Trim Curve и так, последний зуб долой. Ну, а там уже подрастянуть, поднадуть будет уже интересней. Так, прозрачность отключаем. Еще вот, что я хотел бы, вот эти ноздри подтемнить. Выбираем коня. Во. Так, и еще можно как бы глаза оформить вот эту вот часть. И нижнюю челюсть тоже можно чуть-чуть притемнить, чтобы она отличалась, потому что рот будет закрываться, и потом черт ногу там не найдешь.
Ну, в смысле, чтобы вид был, вот уши, чтобы были как бы оформлены, да? Так, тут теперь выбираем C. И чуть-чуть. О, вот таким образом притемним, пригладим. Так. Ну вот где-то как-то так-то. Получился вот такой вот персонаж. Так, по крыльям у нас что тут еще? Shift Z. Z отключаем эту текстуру. Опять вернемся к нашей вот этой текстуре. Так, я же крыло перекручивал, правильно? Значит, теперь Z перекрутим нашу текстуру. Так, вот сюда. Ну вот все. Тютелька у тютельку, да? Нормально получается. Получилось точнее. Так, все. Вот такая штукенция. Теперь надо рик объединять, развертку делать. И все будет зашибись. Так, вот здесь, наверное, еще мофта положить, чуть-чуть корректировки сделаем. Так, через Alt можно убирать крыло, там еще что-то, какой нужно сабтул. Так, во, вот теперь она как бы больше похожа, да? И перо чуть-чуть поровнее сделать. Все, всем пока, до свидания. Вот такой результат. Еще немножко тут посижу, может быть, где-то поподкрашу, поподвожу тут что-то. И все будет хорошо. А ну-ка, что у нас, значит, с конем и по зеркалке? Все нормально. Все, всем пока, до свидания.